Уважаемые родители, я действительно хочу вам сказать огромное спасибо, слова благодарности за ваших детей, за то, что вы их правильно воспитали, за то, что они действительно вместе с нами делают наш Челябинск еще круче, еще весомее. И, конечно же, нашу школу «Трактор». Руководство хоккейного клуба «Трактор» в торжественной обстановке наградило молодых хоккеистов школы 2002 года рождения, которые в финале чемпионата страны завоевали бронзовые медали. Также за серебряные медали чемпионата мира в составе сборной России до 18 лет были особо отмечены игроки «Белых медведей» Александр Кирпичников и Илья Горбунов. Я был очень рад получить награду от руководства. Хотел бы сказать спасибо всем, кто здесь собрался, и руководству за проведение мероприятия. Такая теплая атмосфера, что спасибо Борису Ефимовичу, спасибо руководству клуба, хоккейного клуба. Ребята, даже, может, многие не ожидали такого внимания и вот такого трогательного приема. Вообще, спасибо огромное. И, в общем-то, все было и тепло, и по-семейному, и по-доброму, и по-домашнему. Как-то такой прям контакт с клуба и хоккейной школы. Очень, конечно, жалко, что нам придется расстаться, поскольку я остаюсь в юниорке ЮХЛ. А им я пожелал, чтобы они все дальше и дальше отделялись от меня. Сначала «Белые медведи», потом «Трактор», потом где-то еще выше и выше и выше. Но я всегда рядом, всегда, в принципе, помогу, чем могу. В заключении церемонии на сцену поднялся тренер школы «Трактор» Владимир Васильевич Глинкин, который решил завершить тренерскую карьеру и которого руководство «Трактора» не могло не отметить. Мне посчастливилось работать вместе с вами в школе. Хочу сказать, действительно, вы подготовили и, самое главное, выпустили один из самых талантливых возрастов, 98-й год рождения. Ребята действительно играют успешно, как в родном клубе «Трактор». Есть и воспитанники, которые за океаном должны вот-вот появиться в Национальной хоккейной лиге. Поэтому, действительно, вы оставили очень яркий след в истории челябинского «Трактора». Поэтому огромное вам спасибо за ваш труд, за ваши отношения, за то, что вы нашли этих мальчишек и дали возможность им в жизни стать профессиональными хоккеистами. Хотел бы пожелать школе «Трактор» держать планку лучшей школы страны, постоянно каждый год поддерживать и добиваться таких успехов. Ну а ребятам хотел бы пожелать хорошей хоккейной спортивной карьеры. Удачи вам! Спасибо! Преемственность поколений – это очень важно, и в «Тракторе» об этом помнят.